каким мы видим будущее нашего города. Таллин всегда будет зеленой столицей. Мы намерены не просто сохранять парковые зоны города, а развивать их. Частью городского зеленого коридора станет Путукавель. Этот проект городского пространства станет не только многокилометровым зеленым коридором для пешеходов и велосипедистов, но и позволит ученым исследовать многообразие столичной природы. На бастионе Скона раскинется новый зеленый парк, который свяжет старый город с выходом к морю. Еще один новый парк на Плетниковом плато протянется вдоль всего Ласнаме, до самого Кадриорга. И здесь мы планируем органично интегрировать в зеленую зону самый современный больничный комплекс в Эстонии, который будет построен к 2027 году. Отдельным примером может служить Тондираба, поистине уникальный парк, где природная среда органично переплетается с современными возможностями для активного семейного отдыха. Уже сегодня можно сказать, что парк Тондираба становится излюбленным местом для горожан, и мы продолжим работать в этом направлении. Мы обновили парк Каса, уже очень скоро, после основательной реконструкции, откроются парки Сюста и Мянни. Таллин – это и морская столица. Город должен быть открыт морю, а море – людям. Променад на Резите уже стал излюбленным местом прогулок, занятий спортом и семейного отдыха горожан. Развивается и благоустраивается территория вокруг порта. Этим летом для горожан открылся еще один променад. Завершено строительство разводного моста через Адмиралтейский бассейн. Мы планируем продлить в ближайшее время комфортное городское пространство до самого Пирита. А стратегическая цель – создание единой прибрежной зоны и в противоположном направлении. То есть в результате по морскому променаду можно будет прогуляться от Пирита до Пухьяталлина. Мы, наконец, подошли к реализации проекта восстановления Горхола, жемчужины архитектуры 80-х. Вернем людям лучший концертный зал столицы и создадим современный многофункциональный конференц-центр. Мы обязаны обеспечить всем участникам городского движения современные и комфортные условия. Вслед за виадуком Рокальмары и современной транспортной развязкой Вяо последует ремонт Петербургского шоссе, проект которого уже готов. Но ремонтируя дороги, мы позаботимся о создании безопасных и удобных возможностей для передвижения велосипедистов и пешеходов. Однако городское движение – это не только дороги, но и современный общественный транспорт. Это значит новые, продуманные маршруты и высокотехнологичные зеленые автобусы и трамваи. Мы анализируем возможность запуска нового вида общественного транспорта – метробуса. Общественный транспорт столицы – это удобно, быстро, экологично, бесплатно. И все это для каждого таллинца. Потому что Таллин – это город для людей. Зеленый, открытый морю, уютный, чистый и безопасный. Город, в котором всегда услышат и придут на помощь. Город, в котором мы будем жить.